Так, всем привет. Попали мне в руки вот такие вот аппараты, крайне интересные. Значит, Фэд, ранняя модель. Так, у нас здесь шторки, гнилые, рваные, драные, но не столь важно. Аппарат крайне интересный, мне нравится. 69. 138. Вот, любопытный аппаратик. Сейчас будем его чистить и приводить в чувство. Все осыпается, если вы видите. Вот они, шторочки. Шторочки осыпаются. Ну, это нормально. Чего эти шторки никто не менял уже не знаю сколько лет. Так что это вполне нормально. Еще один аппарат Фэд. 163 736. Тоже довольно интересная модель. Интересный аппаратик. Уже это более поздняя модель. Внутри у нас также шторки пересохшие. Да, визуально кажется, что нет, не пересохшие, но это только ткань. А внутри это все хрустит, то есть это будет все рассыпаться. Если я сейчас даже попробую открыть. Ну да, тоже вон сыпается, что-то сыпется. Не так уж сильно, скажем так, но сыпется. Барабан не оригинальный, ой, точнее не родные. Тоже фэдовский, но от другого, мне кажется, фотоаппарата Фэд. Так, и самый любопытный аппарат — это Фэд Зоркий. Серийный номер 03117. Очень интересный аппарат. Даже счетчик кадров немножечко другой, то есть, да, если мы возьмем, к примеру, даже ранний Фэд, обратите внимание, какая здесь прочеканка, или как это, и какая вот здесь. Интересный аппаратик. У него так же само, то есть пересохли шторки пересохшие. Аппарат полностью нерабочий, они вообще он вообще заклинивший. Но суть не в этом, в том, что нужно привести его в чувство, и мы будем это делать. Соответственно, с чего я хочу начать, я сам не знаю пока что. Я думаю, я начну, наверное, даже с этого зоркого, Фэд Зоркий. А там дальше будем посмотреть, как говорится.